Крупнейшие мировые экспортеры нефти – Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла – договорились о заморозке объемов добычи ради стабилизации цен на черное золото. Сенсационное сообщение пришло из катарской столицы Дохи. Там прошли переговоры министров энергетики четырех государств. Добычу стороны согласились сохранить на уровне января 2016-го. Правда, в том случае, если к данной инициативе присоединятся другие страны-производители углеводородов.